Мариинском посаде завершил свою работу лагерь «Прокачка». Здесь собрали вместе ребят, которые перенесли душевную травму и расстались со своими родителями. Теперь их учат жить по-другому. В лагере для детей на протяжении недели проводили мастер-классы. Инициаторами этого проекта стали члены Ассоциации замещающих семей и Республиканский центр комплексного сопровождения детей. Подробности в следующем материале. На мастер-классы в тельняшках эти ребята приходят не случайно. В лагере «Прокачка» детей обучали морскому делу. Очередной урок посвятили непростой науке вязания узлов. Всего их насчитывается более 500. Завязали обычное переплетение. Посмотрите. Обычное. Хорошо. Теперь левую ручку положили наверх. Переплетение. Узелки называется прямой. В гости к ребятам приехала и чемпионка страны по спортивному ориентированию на местности. Чтобы одержать победу в этой игре, мальчишкам и девчонкам было необходимо отыскать нужную цифру и сделать отметки на компостере. За неделю в этом лагере провели немало интересных мастер-классов. Их обучали оказанию первой медицинской помощи, актерскому мастерству и даже стрельбе из арбалетов. Здесь очень хорошо, здесь можно заниматься, тут как школа почти что. Понравились друзья новые. У меня есть друг с первого корпуса, третий этаж. В следующем году намерены сюда приехать. В лагере «Прокачка» собрались дети, которым необходима скорейшая адаптация в новых семьях. Эти ребята сейчас проживают у приемных родителей, их кровных мам и пап лишили прав на воспитание. Опыт наш первый, опыт достаточно инновационный. Мы хотим, чтобы ребята уехали отсюда с огромной мотивацией к учебе, во-первых. Да? На сплочении очень много тренингов было проведено. Также очень много тренингов было показано мастер-классы профессионального мастерства. Результаты налицо, отмечают воспитатели. К примеру, Витя Семенов после участия в мастер-классах уже мечтает стать моряком. Мне нравится быть моряком, потому что там можно кататься по кораблю, можно на берег выезжать. Смену для ребят из замещающих семей планируют открыть и в следующем году. Медрик Ковалев и Расиль Мухаметов, Республика.